Говорят, что не загадаешь в январе, обязательно сбывается. Не знаю, что загадали вы, а вот я весь месяц мечтала о пляже, палящем солнце, и чтобы рядом был такой мужчина, с которым ничего не страшно. Мечта сбывается! И не сбывается! Любовь далеко! Когда оказываешься в холодной воде, вот как это. Кажется, что тысячи кинжалов вонзились разом в твое тело. Это я сегодня первый раз нырнула в ледяную воду. А ведь есть такие люди, которые делают это каждое воскресенье. У нас в городе на Красном озере существует свой клуб моржей. В списке завсегдатаев сам Николай Валуев, боксеры, спортсмены и теперь еще и журналисты. Вот я из Кузбасса, но тем не менее ни разу не прыгала, а Николай у нас... Это не недостаток, потому что его сегодня... Ну, ты его сегодня просто убрала. Ура! Ну! Поэтому все, господи, я уже забыла, как это, все в прорубь. Мечтайте и не бойтесь, что не сбудется. Главное верить и сильно чего-то хотеть. And Oscars goes to... Goes to Оксана Полина! Я верю, что сбудется. А у тебя какая мечта?